3 сентября в Одинцовском роддоме проводилась выписка пациенток, чьи дети появились на свет 1 сентября. Первая получила подарок от губернатора Подмосковья многодетная мама Татьяна Агафонова. Она выбрала сертификат на 20 тысяч рублей. В качестве альтернативы женщинам предлагается набор «Я родился в Подмосковье», состоящий из самых необходимых малышам предметов. Это шампуни, подгузники, одноразовые пеленки, шапочки, комбинезоны, мази и средства для ухода. Всего более 50 наименований. Все документы, какие нужны, мы заранее информируем женщину в женской консультации, то есть работа начинается с ними еще с женской консультации, и также здесь у нас в родильном доме. Поэтому женщина уже к моменту выписки, да и к моменту родом уже они понимают, что они хотят выбрать. Вот сегодня у нас состоится первая выписка женщины, которая родила вот с 1 сентября. В семье Агафоновых этот ребенок третий по счету. Настя и Аня с нетерпением ждали знакомства с братиком. А глава семейства Андрей, гордо взявший новорожденного сына на руки, не мог оторвать от наследника глаз. Татьяна выбрала денежный сертификат, ведь к рождению малыша пара начала готовиться заблаговременно и успела приобрести все необходимое. Выбрали денежную выплату, потому что мы уже подготовились. Ко всему все купили. И мы еще выросли большие, пока в животике находились. Нам вещи не все подойдут. Новорожденный Артем появился на свет 1 сентября ровно в полдень с весом 3 килограмма 480 граммов и ростом 55 сантиметров. Мама малютки, пользуясь случаем, выразила огромную признательность всему коллективу роддома, всем, кто помогал ее малышу появиться на свет. Хотела бы сказать огромное спасибо врачам, которые принимали роды, и акушерке, медсестрам, которые в родовом уже смотрели за нами, врачам тоже. Спасибо вам большое. Заявление на получение в случае выбора денежного сертификата можно подать прямо в роддоме, либо через МФЦ или территориальное управление соцзащиты в течение 30 рабочих дней со дня выдачи свидетельства о рождении ребенка. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».